привет! С вами снова Маша из Парижа и добро пожаловать в мое новое видео. Мне тут на днях пришла посылочка из Sephora, и я решила, что это отличный повод снять апдейт такого своего любимого макияжа. Я буквально недавно снимала свой уход, поэтому если вдруг вы не видели, но вам это интересно, то я оставлю ссылочку и внизу, и здесь где-то в углу. Поэтому обязательно переходите потом и смотрите. Ну а про макияж, да, уже пора бы сделать апдейт, потому что прошел, наверное, год с последнего видео в таком стиле, которое я снимала. Хотя очень много, наверное, осталось примерно таким же, потому что все-таки 2020 год, сами понимаете, как-то не особо что там поменялось очень сильно. Ну и потом весь этот макияж, это то, что я буквально находила годами, да, то есть через тесты, через какие-то неудачи, через провалы. В общем, это самое-самое любимое. Ну а чтобы не просто вам показать какие-то банки-склянки, я решила еще дополнительно вам рассказать о том, а как же красились француженки раньше. То есть вот буквально сквозь века, что было модно, что красили, какими средствами, какой был модный уход. Так что, если вам эта тема интересна, то погнали. Я, если честно, уже сама не помню, что здесь. Но давайте распакуем. Давайте первое, что я вам покажу, что лежит здесь, это вот такой вот гель для рук. Он прозрачный, поэтому, скорее всего, его особо не видно на камеру. Называется он Handy. Гель, который пахнет просто единорогами. Если бы единороги жили, мне кажется, они бы пахли именно так. Мне этот гель, правда, нужен, просто потому что это единственный формат, который помещается ко мне в сумочку, в мою большую вот такую вот женскую сумочку, в которую помещается телефон, камера, если надо, естественно, маленькая влоговая, ну и вот такой вот гель. Ну а почему рассказ о макияже я начала с дезинфицирующего геля, а не с какой-то декоративной косметики? Да просто потому что первыми на повестке у нас с вами средние века. В средние века как-то декоративная косметика, мало того, что была не особо развита, она еще и не особо пользовалась популярностью. В моде была абсолютно белая кожа и какой-то более-менее цветной пудрой, в общем, чем-то таким более раскрашивающим, что ли, лицо в цвет, пользовались только те, кто собирался выходить замуж, или те, у кого была абсолютно болезненная, просто какая-то нездоровая бледность. Зубы, кстати говоря, тоже должны были быть абсолютно белыми, мне кажется, здесь, в принципе, ничего не поменялось со средних веков, но это же средние века, и поэтому использовались, на наш взгляд, уже какие-то странные методы, то есть взамен испорченных зубов, коих тогда было большинство, вставляли, например, зубы, которые делались из костей коров или из слоновой кости. Ну а вообще религия тогда клеймила использование макияжа наравне с супружеской изменой. Вот представьте себе, такой знак равно ставился между этими двумя грехами. И поэтому в почете был все-таки больше уход. Но опять же, средние века, поэтому и уход был соответствующий. Например, для хорошего цвета лица было принято пить ячменное пиво. Ну а чтобы избавиться от каких-то язв на коже, от каких-то нарывов. Я напоминаю, средние века, тогда все было очень-очень страшно с гигиеной и со всем этим. Использовали, представьте себе, свернувшееся молоко. Просто... что? Ну и вообще, конечно же, в основном пользовались какими-то подручными средствами, в основном продуктами, например, веснушки выводили соком огурца. Знали бы они тогда, что в 21 веке девчонки будут сами рисовать себе веснушки, делать маски в инстаграме с веснушками и так далее. Такие мучения были раньше. Но мы с вами подбираемся к более цивилизованному, о да, 16-17 веку, поэтому я могу начать вам показывать свою любимую косметику. И первое, что здесь у меня в посылочке, это вот такой вот тональный крем. Это тональный крем от марки Fenty, который делает Риана. И это мой абсолютнейший фаворит уже, вот чтобы не соврать, когда он вышел, не помню точно, но года 3 я постоянно покупаю именно его. Это оттенок 150, он мне подходит идеально просто на все сезоны. Он достаточно стойкий, вот видите, это у меня заканчивающаяся баночка. И я купила себе новую, потому что просто однажды он пропал с полок, я не знаю, что у них там случилось. Но, в общем, я страдала, и поэтому теперь я всегда покупаю запасную на всякий случай. И что касается средств дальше именно для тона кожи, то я покажу вам свой самый любимый консилер. Это вот такой вот NARS Radiant Creamy Concealer в оттенке ванила, это оттенок номер 2. Это самый идеальный консилер вообще в мире для меня, сколько я их перепробовала, самых разных, даже вот там за мной, вам не видно, но вот там... Вот там стоят еще несколько, где-то 2-3 консилера, там и от Dior, там и тоже от Fenty, и знаете,
все не то, я все равно возвращаюсь неизменно вот к этому консилеру и не могу нарадоваться, это просто фаворит-фаворитище. Что касается пудр, то я неизменно на стороне рассыпчатых пудр и постоянно их меняю, но вот сейчас у меня вот такая вот от Hourglass. Она совершенно прекрасна, она в таком чуть-чуть желтоватом оттенке, но вы знаете, на кожу он вообще не смотрится каким-то желтым, она не окисляется, это супер важно, она ложится легкой вуалью. И да, называется просто Translucent Setting Powder Veil. То есть это, по сути, такая вот легкая-легкая вуаль. И под глаза я использую вот такую вот рассыпчатую пудру от Guerlain. Это метеориты, всем вам, скорее всего, известные. Им у меня уже несколько лет, и все с ними хорошо. Я их использую в качестве пудры под глаза. Ну а почему я показала эти средства именно сейчас? Да потому что мы с вами переходим к 16-17 веку, и именно тогда во французском обществе начинает использовать широко пудру. Причем не только на лице, но и на декольте, и, конечно же, на волосах, и, очень важно, на париках. В качестве пудры раньше тогда в основном использовали, правда, в основном муку, которая в голодные годы становилась рисовой мукой или, например, крахмалом. Но в целом, конечно, это была не та пудра, которую мы с вами знаем сейчас. И притом наносили ее весьма забавно. То есть часто женщины и, кстати, мужчины, потому что, да, именно в эти века мужчины тоже стали пользоваться какими-то декоративными штуками. Так вот, чаще всего они выходили куда-то на лестничную клетку или, в общем, на какое-то более-менее открытое пространство, открытое от мебели и от всего, что можно засыпать этой самой пудрой, заматывались вот так вот простыней и потом просто на них вот так вжух вот бросали буквально пудру, чтобы она покрыла абсолютно все. То есть там и волосы, и опять же и кожу, и декольте, все сразу. Вот такие были немножко забавные способы нанесения. Кроме того, как раз в это время появляется мода на мушки. Да, конечно же, вы все видели, мне кажется, в фильмах вот о как раз тех эпохах эти маленькие кружочки из тафты или из ткани, из бархата, которые приклеивали куда-то себе на открытую часть, то есть в основном на лицо, конечно же. И что забавно, это то, что в зависимости от положения мушки на лице у них были разные названия. Например, мушки на лбу назывались величественные, около глаз носили название чувственные, ну а около носа это были дерзкие, наглые мушки. Конечно, в основном это были черные круглые мушки, но случались и разные варианты. Вообще у дам была коробочка специально для таких мушек, где было до примерно 15, представьте себе, разных-разных мушек. То есть кроме круглых они были еще в форме полумесяца, также в форме сердечка, представьте себе, и даже были инкрустированы бриллиантами. Кроме того, именно тогда появляются первые помады в стиках. О, да, и пигменты тогда были самые натуральные, кстати говоря, то есть это, например, шафран, куркума или экстракт кошенили, то есть это экстракт насекомых. Но, в общем-то, это был такой довольно социально заряженный элемент макияжа, потому что элиты все-таки не использовали сильно яркие цвета. И, кроме того, макияж яркие цвета супер осуждался, например, на вдовах или на пожилых каких-то женщинах. При этом пожилыми, я напоминаю, женщины становились где-то лет 25-30, все это можно было уже на свалку истории, уже незамужняя, если, то все старая дева навсегда останется жить с мамой и 40 котятами. И косметика, которая была все-таки в тот момент, отличалась очень, на самом деле, страшными составами, которые меняли кожу, меняли цвет, быстро придавали морщины. В общем, действительно, они довольно сильно влияли в общем на здоровье, ну и, конечно же, на внешний вид кожи в частности. Так как в то время, как я вам сказала, была супер популярна бледность, то, конечно же, дамы пытались избавиться от каких-то красных пятен, вообще, в принципе, покраснений на лице. Ну и тогда был в почете принцип «подобное притягивает подобное», и поэтому маски использовались, о да, просто шок из крови, из куриной и голубиной крови. Почему-то им казалось, что красная кровь притянет к себе вот эти вот красные пятна, и они станут после этого бледными. Ну, вот такая была раньше логика. Но и на этом ужасы нашего городка, точнее 16-17 века, в плане ухода не заканчиваются, потому что, как я вам сказала, раз менялась структура кожи из-за всех этих пудр, из всего там, кстати, и свинец использовался, и что только не. В общем, так как менялась структура кожи, появлялись морщины, и вообще сама кожа грубела, то стали популярны пилинги. Но пилинг это не какой-то там пилинг с каткой, или знаете, что-то такое, что вы намазали на ваше личико такое нейтральное, или даже, допустим, кислотное, но вот оно мягко отшелушило все. Нет, тогда в качестве пилинга использовалась бритва. Вот так вот, какие там химические штуки, какой там скраб из абрикосовых косточек, который просто сдерет вам всю кожу. Нет, бритва. Да, пилингом назывался скребание верхнего слоя кожи просто бритвой. А после этого, конечно, они на себя намазывали кровь голубиную, чтобы избавиться от всех этих
красноты и порезов. И, кстати, здесь в тему я покажу вам две маски. Нет, не с голубиной кровью, просто мне их положила Sephora, я их не заказывала. Обе маски от бренда Sephora, соответственно. Первая вот такая вот глиняная масочка для лица. Написано, что это фиолетовая глина и что маска должна быть увлажняющая и разглаживающая. А вторая масочка, которая здесь у меня лежит, это маска для волос, тоже от Sephora, тоже увлажняющая, я так понимаю, потому что это с алоэ вера, и это маска, с которой нужно спать ночью в шапочке. Шапочка тоже прилагается, не знаю, насколько я это буду делать, мне кажется, это максимально странно спать в шапочке, еще и с маской на волосах, но попробую когда-нибудь днем, когда у меня будет несколько часов, чтобы просто это все подержать, и... Да, это будет интересно попробовать. Ну а мы с вами переходим к веку 18-му. И в качестве макияжа здесь я покажу вам свои любимые средства для контуринга, для бронзирования и так далее. Забыла еще одну штучку. Для контуринга я больше всего люблю вот такой вот стик от Fenty Beauty. Хотя, по-моему, он не считается прям контуринговым стиком у них, но в оттенке Amber. Я считаю, что это идеальный просто стик для контуринга, просто идеальный кремовый стик, обожаю. Очень хорошо растушевывается, не плешивит, не делает какую-то черную полосу или какую-то рыжую полосу, в общем, идеальный оттенок, идеальная консистенция, обожаю. Что касается сухого контуринга, то мой фаворит это вот такие вот, по-моему, это считается румянами, хотя, ну, камон, румяна в таком цвете... В общем, это такая вот пудрочка от Make Up For Ever. У меня она вот в таком вот формате рефила, то есть я просто докупаю новую, когда она у меня заканчивается. Но мне ее хватает где-то на год минимум, а то и больше. И я не помню, что это за оттенок, вот как мне теперь посмотреть. Дальше по таким сухим текстурам мой любимый бронзер The Balm Desert от... The Balm. Вы видите по размеру дырки в середине, что я действительно его очень люблю. И слушайте, этому бронзеру... Уже, наверное, ну тоже несколько лет точно. И хотя я его очень люблю, вот представьте себе, как долго он играет. Что касается румян, то мои любимые, это вот такая вот малюточка от Benefit, называется Калифорния. И здесь та же история, им тоже несколько лет, и вы знаете, они практически не использовались, хотя я их тоже очень люблю. И да, это travel size, это, видите, маленький-маленький квадратик, но он просто какой-то вечный, просто неубиваемый. Очень люблю. Ну и последняя здесь штучка, это вот такая вот малюточка пудра от Hourglass. Хотя на самом деле я ее использую в качестве хайлайтера. Она у меня в оттенке Dim Light. И я считаю, что это просто идеальный хайлайтер, который не сделает вам лунное свечение или космос на лице, но при этом очень деликатно, действительно так подсветит, подхайлайтит все, что вам надо. Ну а почему же я вам тут про румяна, про бронзер и все такое начала рассказывать? Да все потому, что мы переходим к 18 веку, и это эра румян, которые стали, опять же, социальным показателем положения, в основном, конечно же, женщин. Вообще, румяна начинают использовать просто абсолютно все, но тут речь, конечно же... Киса Мурыса пришла посмотреть. Кто переживал, что где кошка? Вот кошка, вот она кошка, вот она кошка. Кошка, у тебя все хорошо? Понятно. Мяу-мяу. Разница, по сути, только в оттенках, потому что куртизанки используют поярче такие цвета, ну а более благородные дамы цвета немного понежнее. Ну и чтобы вы понимали, насколько это был популярный продукт, появилось где-то 10-12 видов этих самых румян, и оттенки зависели еще не только от социального положения женщины, которая их использовала, но и даже от разных ситуаций. Например, был оттенок, который рекомендовали использовать на прогулках, был оттенок, который рекомендовали использовать ночью, ну, видимо, если там были какие-то тусовки, балы и так далее, был оттенок, который нужно было использовать зимой, представьте себе, ну, в общем, от разных ситуаций зависел оттенок. И в 1780 году на территории Франции продали 2 миллиона
коробочек с румянами. Ну и плюс помады, особенно всякими яркими цветами, тогда особенно не пользовались, потому что зубы у всех были плохие, и, видимо, как-то уже отошли от того, чтобы вставлять всякие странные себе штуки в рот. Но, в общем, как бы то ни было, румяна отвлекали также внимание от не особо красивых зубов и привлекали внимание к более, видимо, красивым щекам. А еще как раз в то самое время врачи начинают впервые бить тревогу о составах этих самых румян, пудры и так далее, потому что их ингредиенты, среди которых, например, был свинец, который еще с античности был повинен во многих смертях и болезнях, да, вызывали, конечно же, самые разные поражения, например, глаз, кожи, слизистых каких-то поверхностей, например, около рта и так далее. Даже представьте себе легких. В общем, врачи начинают потихонечку бить тревогу, но мода модная, конечно же, никто их особо не слушает, потому что красота требует жертв. И вообще это все не доказано, знаете ли, и может быть это вовсе не румяна, а что-нибудь другое, например, не знаю, 5G или там... что-нибудь еще. Но, конечно же, мода не стояла на месте и потихонечку менялась. Например, Мария Антуанетта, которая приехала из Австрии, привезла с собой моду на натуральность. It's not too much, is it? No. Ну, как натуральность, опять же, бледность. И бледность это была настолько привиденческая, что, например, Наполеон даже говорил Жозефине о том, что, ну, душечка, все-таки бы хотелось, чтобы ты подкрасилась, может быть, немножко румян нанесла, а то ты, и дальше цитата, просто похожа на труп. Вот такой вот был милый человек Наполеон, и вот так вот он заботился о красоте своей супруги, но как бы то ни было, да, она просто-напросто следовала моде. И с 1830-х, например, годов, то есть уже немножко попозже, в моду входит вообще мертвяцки бледная бледность, то есть чем болезненнее ты выглядела, тем это было лучше. Самым писком моды считался лук вот немножечко при смерти, и для него использовали пудру с желтым, зеленым, синим подтоном. И в этом же контексте, например, были очень модные вены на коже. Да, то есть те, которые были, их сверху просто обводили таким подсиненным каким-то оттенком пудры. Ну, а если вен как-то особо не было, то их просто-напросто рисовали. Кроме того, были очень популярны, и вот здесь... Да, жаль, что эта мода, наверное, прошла для всех нас, не высыпающихся в 21 веке, но была мода на синяки под глазами, прям до самых щек. Никакой консилер, ничего тогда это было не нужно, просто вот как ты не выспался, натурально встал с синяками под глазами, с такими просто глазами панды, и пошел супер модно, супер молодежно для 18-19 века. А еще тогда супер популярна была худоба. Да, в начале 19 века и в конце 18 были более в моде девушки полные, ну а потом, видимо, наступили анорексичные 90-е только для 19 века, и это был где-то 30-40-е годы, и женщины, жертвуя просто, как обычно, всем на свете, начали пить уксус и лимонный сок. А после этого они удивлялись, что же у них там с зубами-то такое. Ну и следующей категорией моего любимого макияжа будут тени. Правда, у меня нет каких-то прям синих, зеленых и желтых оттенков, но, извините, все-таки век уже не 18-19. Самая моя любимая палетка, очень поюзанная, это видно по дырочкам, опять же, вот здесь вот таким протертым в тенях, это Marc Jacobs, и палетка называется Iconic. Обожаю эту штуку, я использую ее уже точно больше года, и это абсолютная любовь, но, опять же, да, очень видно по цветам. Просто не представляю свой макияж без этой палетки. Еще одни тени, о которых я вспомнила недавно, у меня на самом деле уже несколько лет. Опять же, это MAC, и оттенок называется O, по-моему, хотя его называли и Хоуксом, и как только нет. Но, в общем, это вот такой вот фиолетово-серо-коричневый оттенок. И он очень классный для складки века, например, или для, опять же... для того, чтобы нижнее веко подчеркнуть. В общем, я заново его полюбила, нашла там у себя в закромах и снова использую. И еще один мой фаворит из теней — это тени... как их назвать? Это даже не кремовый, это такой как тинт, что ли, для глаз от Armani в оттенке 44 розовое золото. Вот такая вот малышка. Обожаю ее, тоже постоянно использую. И, кстати, меня несколько раз спрашивали под видео, что это у меня такое на глазах красивое нанесено, так это вот оно. Ну а про тени я заговорила, потому что как раз в это время, в конце 19 века, начинает меняться структура теней. То есть, если раньше тени были такие довольно жирненькие,
то в это время появляются сухие тени, и изобрел их никто иной, как Александр Наполеон Буржуа. Да, тот самый, имя которого сейчас носит бренд Буржуа уже много лет, хотя, опять же, уже больше столетия, даже уже больше 150 лет эта семья не имеет никакого отношения к марке Буржуа, но, тем не менее, вот название сохранилось. Да, он, конечно же, их создал в первую очередь для театра, но потом это все распространилось в массы. А еще, кстати говоря, он придумал компактную пудру, но, в принципе, логично, сухие тени в упаковочке, компактная пудра, в принципе, недалеко ушла. Ну и вообще, во второй половине 19 века, когда начинается такой подъем промышленности, происходит в том числе постепенная индустриализация косметики. Да, то есть все более и более в массы эти продукты начинают продвигаться. Упаковка тоже становится более качественной и удобной, и, самое главное, привлекательной для покупателей. Ну и кроме того, меняется несколько состав этих самых декоративных средств, но правда такие страшные штуки, как свинец, соль, цинка и даже мышьяк остаются там еще некоторое время. Какие-то сдвиги происходят только в начале 20 века, потому что с 1906 года наконец начинается медицинское именно тестирование косметики, и пришлось некоторые все-таки ингредиенты исключить из состава средств, потому что, ну, действительно они были очень страшные, тот же самый свинец. Сколько веков от него умирали люди, и все равно все на себя намазывали просто страшными слоями эти свинцовые белила, которые были смешаны с жиром и с воском, просто чтобы, видимо, держались. Ничего не помогало, никто врачей не слушал, но вот в начале 20 века наконец-то они смогли достучаться до людей. До 1910-х годов макияж все еще считается чем-то аморальным, вот в таком широком использовании, и чаще всего им пользуются либо женщины из древнейшей профессии, либо актрисы, но актрисы это делают на сцене, то есть, опять же, в обычной жизни они макияж как-то особенно не носят. Ну а потом начинает постепенно набирать движение за женские права, и, в общем, да, стираются эти самые условности и границы, в том числе и в сфере макияжа, и он выходит на более широкий круг пользователей. Супер заметным отличием стало то, что уходит все-таки вот эта мертвенная бледность из моды, и появляется, наоборот, мода на загорелую кожу, потому что она означает каникулы, отпуск где-то на берегу моря, на французской ривьере, тогда она стала страшно популярна, и даже Коко Шанель, например, тоже туда ездила, это Биариц, это, в общем, берег моря, это солнце и, конечно же, загорелая кожа. Ну и плюс тогда набирает силу кино, но кино пока еще не мое, и поэтому, конечно же, очень важную роль играют крупные планы на лицо, это мимика лица, которую очень сильно усиливают при помощи макияжа глаз и губ. Ну и, естественно, потом из кино это все переходит опять же в обычную жизнь. В 1913 году у Maybelline появляется первая тушь, и давайте я вам покажу здесь свои фавориты косметики в том, что касается глаз и бровей как раз. И тушь у меня, представьте себе, как раз от Maybelline. Это моя самая любимая тушь уже несколько лет. При том, что я тоже постоянно пробую разные, и какие-то пробники мне кладут. В общем, там и люксовые туши, и какие-то туши из масс-маркета. Но вот это вот самая-самая любимая. Например, у меня где-то здесь стоит тушь от Pat McGrath. Называется она Fetish Eyes. Вот такая вот тушь, и вы знаете что? Вот это вот просто какашка, вот просто ни о чем. Вот это то, что стоит в разы дешевле, намного-намного лучше. Как вообще такое бывает? И плюс она довольно стойкая, то есть с ней я вообще забыла о том, что такое водостойкая тушь там где-то в море, в бассейне и так далее. Я просто пользуюсь этой, и она у меня никуда с глаз не утекает. Но, кстати, перед тушью я все равно подкручиваю ресницы вот такой вот штучкой. И она у меня от Шуа Ямура, но, знаете, Шуа Ямура, такое ощущение, что куда-то делся из Парижа, потому что рефилы, вот эти вот резиночки, почему-то больше я нигде не могу найти, поэтому я вот заказала, это последний лот в посылке здесь, это вот такие вот резиночки от Шизейда. Да, они должны подойти по размеру. Поэтому пришло время поменять. Что касается подводки, которой я рисую свои неизменные стрелочки, то уже, опять же, много лет я использую вот эту. Я постоянно ее заказываю, когда у меня еще предыдущая не закончилась, потому что я ее могу найти только на iHerb. И это Physicians Formula, вот такая вот подводочка. Я беру в коричневом цвете, потому что черный слишком для меня темный. Это самая моя любимая кисточка, потому что здесь вот именно прям ворсинки. Это не фетровый кончик, который я просто ненавижу, который становится
неиспользуемым. Короче, он становится просто какой-то ужасный, он разделывается на какие-то хохоряшки, и потом у него очень часто самый-самый кончик засыхает, поэтому тонкую линию не провести. Кроме того, она долго не пересыхает, при том, что я крашу стрелочки практически каждый день. Мне ее хватает, ну, месяца на 3-4 точно, а то, может быть, даже и дольше. В общем, я супер рекомендую «Любовная любовь». Ну, а что касается бровей, то мои любимые продукты — это вот такой вот продукт от Urban Decay, который называется Brow Blade. Это получается одновременно карандаш и одновременно маркер для бровей, причем это опять же тоненькая-тоненькая кисточка, которая опять же именно кисточка из волосков, а не фетровый какой-то там маркер. Такой я тоже не люблю ни в каком виде. И этот продукт у меня в оттенке Top Trap. И последнее, что я использую на бровях, это вот такой вот гель для бровей. Он супер бюджетный, это L'Oreal Pro Artist Plumper в оттенке Medium Dark. И раньше они были в два раза поменьше, но теперь вот такую вот здоровенную упаковку сделали. Ну что ж, почему нет? Может быть, его хватит надольше, не знаю. Ну что, я показала вам всю свою любимую косметику. Да, конечно же, у меня ее гораздо больше. Даже вот видите за мной, там еще стоят, и вот здесь полный ящик, и в ванной тоже. Я не показала вам ни одного продукта для губ, просто-напросто потому, что я уже год практически не пользуюсь ничем для губ. Ну, может быть, только какой-то гигиеничкой. И то в основном зимой или каким-нибудь маслом для губ от Dior. Ну а помады давно уже убраны немножко в дальний ящик, потому что, сами понимаете, у нас масочный обязательный режим на улице, поэтому, ну, дома носить мне помаду как-то странно, я не чувствую в этом необходимости, и поэтому, да, помада для меня сейчас это не самый любимый, не самый актуальный предмет макияжа. Ну а все остальное самое любимое я вам показала, надеюсь, что вам было интересно, послушать тоже интересно, как француженки красились в течение разных веков и как ухаживали за собой и так далее. Надеюсь, что вам было это, может быть, даже полезно. Если вы хотите поделиться какими-то своими любимыми продуктами или какими-то интересными, забавными фактами, то пишите обязательно внизу в комментариях ваши весточки. Я с удовольствием все почитаю, отвечу вам, конечно же, как всегда. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь и говорю пока. До следующего видео. Совсем пока.